Приложение номер 4 решения. Значение коэффициента, учитывающего срок, определяемый с даты предоставления в аренду земельного участка, по истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного для строительства, не введен в эксплуатацию объект строительства, которого будет предоставлен в аренду такой земельный участок, применяемого при определении размера арендной платы. То есть, если человек не уложился в срок договора аренды, который был определен на строительство, к нему будут применяться повышающие